Возраст участников от 8 до 17 лет. Все они представляют общеобразовательные и спортивные школы всех районов Сочи. Участие в соревновании могли принять все желающие. Такого количества атлетов не ждали даже организаторы. Как отмечают тренеры, за последние месяцы легкая атлетика стала пользоваться большой популярностью среди молодежи. Даже появилась нехватка тренеров. Да и повод. День матери тоже привлек внимание ребят. Многие пришли со своими родителями, которые поддерживали юных атлетов с трибун. Последний месяц – это бум. Я вот прихожу и радуюсь, что у нас на стадионе ежедневно, утром и вечером, до 78 человек одновременно занимаются. Но у нас всего здесь 3 тренера занимаются, а людей очень много. Мне нравятся эти турниры, я часто прихожу, на других турнирах тоже участвовал. Это хорошо, что в День матери создали такой турнир, дают участие заняться детям спортом. И спорт – это здоровье, это хорошо, когда занимаются спортом и в свое время тратят на спорт, бегают, занимаются. Соревнования проходили по 3 видам. Прыжки в длину, бег на 60 метров и 300 метров. Грамоты получили все участники состязаний.